ежегодное исследование рынка труда и заработных плат. Как отличаются зарплаты в Москве и Казани? Как повлияла экономическая ситуация на рынок труда? Стали ли регионы более привлекательными для построения карьеры? В каких отраслях работодатели чаще всего повышают зарплату? Спланируйте свою карьеру, станьте участником опроса Antal Russia, и вы получите ответы на эти и многие другие вопросы. Дорогие друзья, коллеги, наша компания на ежегодной основе следит за уровнем заработных плат специалистов, менеджеров и руководителей. Сейчас и у нас, в Поволжье, появилась возможность высказать свое мнение и присоединиться к исследованию. Присоединяйтесь и узнайте, сколько вы можете стоить на рынке труда.